На основании постановления президента Республики Узбекистан от 30 сентября 2018 года о мерах по реконструкции и стабилизации производственных мощностей АО «Алмалыкский ГМК» были разработаны мероприятия по реконструкции и стабилизации медной обогатительной фабрики. В настоящее время во всех основных цехах МОХ продолжается планомерная работа по программе стабилизации производства предприятия, включающая в себя замену основного технологического оборудования, техническое перевооружение цехов. Съемочная группа программы побывала в цехе селекции и сушки медно-молибденового концентрата, являющегося завершающим звеном в технологической цепочке медной обогатительной фабрики. Именно здесь получают готовую продукцию – медную шихту и промпродукт молибденовый. В октябре текущего года в рамках программы модернизации здесь начаты земельные работы для установки новых сгустителей. Согласно дорожной карте по расширению основных производственных мощностей медной обогатительной фабрики, была предусмотрена, значит, установка новых четырех высокоскоростных сгустителей марки C30 вместо имеющихся сгустителей маркой P30, то есть с периферическими приводами. Уточним. Сгущение, то есть разделение твердой и жидкой фаз под действием силы тяжести путем отстаивания в сгустителей – одна из важнейших ступеней в процессе обогащения и проводится с целью повышения концентрации твердого в сгущенной суспензии с заданным содержанием твердого и осветленной воды. Для более качественного процесса сгущения на МОВ готовят к установке новые сгустители, специальное оборудование при гидрометаллургическом процессе обогащения руд цветных металлов, предназначенное для сгущения и обесшламливания пульп и суспензий. Преимущество заключается в том, что наших старых сгустителей возможность регулирования плотности питания в пресс-фильтрах очень сложно, то есть нет возможности. А в новых сгустителях у нас есть возможность регулирования плотности способом регулирования уровень, значит, фермы. То есть сам процесс сгущения заключается в том, что мы в сгустителя подаем материал, жидкий материал плотностью 18-20%. Твердая частица на дне сгустителя осаживается, сама осветленная вода сверху выливается. Когда у нас в нижней части сгустителя собирается вот эта твердая частица, с помощью фермы мы дадим ход движению твердого материала в нижнюю сторону. В новых сгустителях, значит, привод расположен в центре. Вместо одной фермы, которая в старых сгустителях, там находится 4 фермы. То есть четырехсторонная ферма есть. И усиление одинаково попадает на 4 стороны. То есть вероятность поломков меньше, чем на старых сгустителях. И можно будет регулировать скорость осаждения. И еще одно из преимуществ, значит, в старых сгустителях у нас, если производительность по твердому около 70 тонн в час, а в новых сгустителях производительность по твердому это 100 тонн в час. Мы каждый час по 30 тонн выигрываем. Введение нового оборудования в эксплуатацию позволит коллективу медной обогатительной фабрики Алмалыкского горно-металлургического комбината значительно увеличить объем переработки медной руды, повысив качество концентрата.